Я в восторге. Особенно мне понравилось, что все девушки вышли на подиум в обуви на плоской подошве. Никаких высоких каблуков. И это прекрасно. Очень чувственные образы. Героиня коллекции сдержанная, скромная, при этом она обожает открывать для себя что-то новое. Коллекция воплощает парижский стиль и эстетику Dior. Вдохновившись творчеством Ники де Санфаль и добавив элементы стиля 60-х, дизайнер создала запоминающиеся образы. Впечатления самые лучшие. Гости показа насладились блестящими, сверкающими нарядами и зарядились жизнерадостным настроением 60-х. Пожалуй, Dior – один из немногих современных домов моды, воспевающих по-настоящему сильные женские образы. Марии Грации удалось найти золотую середину между женственностью и силой, что подтверждает каждый образ. Коллекция мне очень понравилась. Невероятный показ. Появление Марии Грации на подиуме стало приятным сюрпризом. Мы увидели бесподобные, совершенно уникальные образы. Сложно выразить свои впечатления словами. Мария Грация проделала фантастическую работу. Такой показ достоин открывать неделю моды в Париже. Браво, я в восторге. Сверкающие, легкие, изящные образы выше всяких похвал. Было очень интересно изучить эти образы, одновременно женственные и воплощающие концепцию феминизма. Благодаря таланту нового креативного директора, Dior не теряет своих высоких позиций. Сильный лидер — гарантии успеха дома моды. Сегодня мы вновь в этом убедились. Показ Dior в рамках недели моды в Париже только что завершился, и я могу точно сказать, что коллекция мне по вкусу. С тех пор, как Dior возглавила Мария Грация, стиль бренда кардинально изменился. Дизайнер активно использует знаковые для 70-х материалы. Мне особенно понравились ткани в полоску и полупрозрачные материалы. Сексуальность, спорт и классика гармонично сочетаются в коллекции. Я в восторге. Мне все очень понравилось, начиная от музыки, заканчивая всем: сапоги, береты, кожа, стиль, все. Просто я влюблена. Такое активное использование черного цвета, тем более в весенне-летней коллекции, это смелое решение. Особенно понравились свитеры с очаровательными драконами. На мой взгляд, Мария Грация доказала всем, что героиня Dior вовсе не обязательно должна быть милой и изящной. В ее гардеробе немало повседневных нарядов. Она любит приключения. Я получила от показа большое удовольствие. Мы вновь увидели отсылки к стилю 60-х. Полупрозрачные ткани, наряды в бельевом стиле, графичные образы, яркие цвета. Такие, наверное, любят супергероини. Спортивный стиль, кое-что знакомое, кое-что новое. В общем, все очень гармонично. Прекрасная коллекция, изящная, интересная. Особенно понравилась работа дизайнера с палитрой. Такое шоу пропустить нельзя. Пожалуй, это лучший показ нового креативного директора. Очень разноплановая коллекция. Особенно мне понравились финальные образы. Платья, словно сделанные из разноцветных разбитых зеркал. Великолепное зрелище. Образы спортивные и при этом изящные. Я в восторге от обилия полосок. Сильнее всего, пожалуй, мне понравились черно-белые наряды, широко представленные в коллекции. Ценю монохромные образы, прежде всего, за их практичность. Мне особенно понравились наряды из денима, джинсы и платья из гладкой ткани в горошек.
Красивая коллекция с ироничной ноткой, более экстравагантная, чем ожидаешь от Dior. Прекрасная коллекция. Мне понравились джинсы, многочисленные отсылки к 60-м и 70-м годам с их свободным стилем. Это было великолепно. Восхищаюсь талантом дизайнера. Мы увидели прекрасное платье со знаковым для Dior силуэтом. Мне нравится, как дизайнер использовала разноцветные пайетки, тюль, как интерпретировала эстетику балета. По-моему, коллекция получилась очень оригинальной, интересной. Дизайнер рискнула, и не зря. Коллекция была прекрасная, много эмоций, хочу все. Коллекция воплощает уникальный подход Марии Грации Кьюри. Дизайнер любит и классические образы, и экстравагантные. Сдержанные наряды у нее непременно соседствуют с дерзкими. Яркая, блестящая, смелая коллекция с характером. Богиня в стиле панк. Так я опишу героиню нового сезона. Показы Dior всегда самые роскошные. Больше всего мне понравились финальные выходы, ведь в конце показа мы увидели яркие наряды, богато декорированные бисером. Особенно хороши были аксессуары. Великолепное шоу. Я в восторге от элементов в стиле 60-х, от макияжа. Сколько же красивых нарядов мы сегодня увидели. Это было потрясающе. Каждый раз, когда на подиум выходила новая модель, мы замирали в удивлении. Коллекция напомнила мне о 70-х, эпохе диско. Столько образов, совершенно разных, и каждый по-своему прекрасен. Мне особенно понравился бомбер. Пожалуй, больше всего мне понравилось платье из сверкающей ткани розового цвета. Один из лучших нарядов коллекции. Образы не просто милые, нежные, романтичные. Они дерзкие, с характером. Dior – самый роскошный дом моды. О нарядах Dior мечтает каждая девушка.